Всем привет, друзья, с вами снова Викс. Продолжаю строить свой завод. Сделал я уже второй этаж и выставил сюда все свои станки. На первом этаже еще все осталось, как и было. Но на втором уже начинает что-то вырисовываться. Что сделал? Сделал по кругу, как вы видите, стены с окнами. И сделал станки, выставил печки и так далее. По одному пока станку. Ну, печек тут побольше выставил. Но работает все равно одна. Вот. Которые будут делать товары первого уровня. Что это значит? А это значит, что... Давайте поставлю, чтобы там уже не портить что-то. Это значит, что станки первого уровня стоят. И делают все вот эти вот товары первого уровня, которые в этом станке делаются. То есть почти абсолютно все, кроме биомассы, естественно, потому что ее нужно вручную. Энергетических осколков, расходуемого, и вот это вот пустые канистры. Так как они делают из пластмассы, то лучше они будут делаться на химзаводе, где, собственно, пластмасса и делается. Вот. Все остальное, вот эти вот все компоненты, все делаются на этих станках. Как оно делается? Оно делается элементарно. Ставится станок, подается ресурс, да, например, железная руда, и делаются железные слитки. Собственно, и выгружается сзади на отдельный конвейер. Также и тут подведен отдельный конвейер для доставки продукта, сырья, да, и отдельный конвейер для выгрузки конечного продукта. Такой подход, я думаю, более лучший. Потому что можно будет, во-первых, как вы видели, расширять до невозможности, то есть целую линию производственную сделать, по которой будет производиться продукт. Если надо больше продукта, да, то усиливаем просто тупо линию, делаем больше станков вплоть до конца этого самого склада вот этого, да, до конца цеха. Нужно больше печек, до конца наделал, все, и пускай они работают. Нужно больше станков там чего-то производить, тоже делаем, и они идут. Соответственно, по стенкам выведены конвейерные ленты, которые и подают ресурсы снизу. То есть первичные ресурсы они будут подавать снизу. Ну, насколько я вижу, их не хватит, потому что станков что-то линий много. Продукты мало того, что они сейчас идут, они еще будут выгружаться. Вот. Поэтому еще тут будут стоять еще две конвейерных ленты. Как минимум. Даже не две, а возможно даже и три. То есть вот так вот еще будет стоять. И вот так. Ну, нет, тут уже эти не получится, потому что некуда лепить. Ну, две будут стоять. Тоже несколько этажей. Конвейерные ленты и... Ага, на машинку наехал. Вот. И, соответственно, будет это все поставляться. Давайте прокачусь. Сделаю трубу, пока, ну, это пока облетная труба, чтобы облететь весь цех. Потом, возможно, сделаю как-то, пока еще не знаю как, чтобы можно было из одного края в другой попасть. Ну, в принципе, туда, в конец цеха, оно мне не нужно будет попадать, потому что, собственно, там делать нечего. Будет, все ресурсы, как вы видите, идут по циклическому конвейеру, то есть они по кругу идут. Вот, видите, вот руда. Она идет по кругу. Соответственно, все ресурсы будут доставляться, идти на круг, выкладываться на конвейерную ленту и зацикливаться. То я делал как? Делал конвейерную стойку, да, и другую стойку. И потом по ленте ресурсы подавались. И потом сверху, на этой же стойке, они возвращались назад. Чтобы по кругу цикличность была. Если, например, какой-то станок вырабатывает больше, а другой меньше, да, то чтобы ресурс выкладывался и постоянно попадал на конвейерной ленте, и уже его забирались. Теперь же я решил зациклить все это, весь этот процесс. Как вы видите, по конвейерной ленте. И можно будет подцепляться. Любая лента может цеплять... ресурс, который нужен, и выгружать на другую ленту в конце ресурс, который опять-таки нужен нам. Это, по мне, это очень удобная будет система, хотя не знаю, как она себя покажет. Ну, так уже более-менее понятно, что и где. То есть, пожалуйста, любой станок берите, усиливайте, как говорится, делайте, да? Удобно. То есть, и даже если не знающий человек, например, вот как мы играли с Димой и Кириллом, да,
не в курсе, где и что, и как и что делаться, то теперь все элементарно. Вот станки стоят такого-то производства, нужно усилить, нужно поставить 5 станков. Да, ради бога. Теперь любой может, не знающий даже человек, начать играть и составить станки, которые нужны для производства. А, тут, собственно, подается руда. Видите, она зациклена и возвращается назад руда. Та, которая не использовалась. А, руда возвращается. Плюс та возвращается руда, которая цикличная. Это позволит не терять руду на выходе. И она будет всегда подаваться сюда и идти. Как-то так. А, также сейчас буду делать и подачу угля. И подачу этого, как его называют, меди. То есть это вот три основных компонента, которые нужны. А, ну и потом еще подачу Катерины руды, естественно. Подача будет этого... как его называют там? Уголь, что там, руда... А, цемента. Точнее, не цемента, а... чего там, известняка. Чтобы цемент делать. А все это, как видите, подается по конвейерным лентам сюда. Тут складывается в ящик на всякий случай, чтобы видеть, насколько набилось, насколько не набилось. И идет, выгрузка не идет. То есть, с какой скоростью это все заполняется. Сейчас заполняется с маленькой скоростью, потому что мало. Ну, все конвейерные ленты я переведу. Тут и я сделал тоже так же. Окошки в цехе, дверочку сделал. Вот, как-то так. Тут, естественно, тоже дверь. И конвейерные ленты идут вот так сюда. Поэтому не знаю, как покрасивее сделать. Сделал, как сумел. Тут мне вот это вот не нравится, а басня. Ну, никак пока не сделать. Лучше. Пока так. Дальше будет и видно. А в этом цехе, вот тут вот, я буду делать... его не буду разбирать. Я его, опять-таки, оставлю. И тут будут станки стоять вот как раз для производства продуктов, которые нужны для этого. Для ручного, скажем так, труда. То есть вот эти вот для биомассы будут стоять станки. Ну, эти нет. Тут вручную сделать. Слизни не так много, конечно. Для красителя тоже нет. Ну, вот такие вот станочки, которые используются для ручного труда, да, скажем так. То есть маленькие станки, которые нужны будут только, чтобы по-быстрому что-то сделать. И все. Больше ни для чего не нужны. Конвейерные ленты поставил третьего уровня, так как у меня пока нету бетонных балок, чтобы делать конвейеры четвертого уровня. Хотя конвейеры четвертого уровня у меня уже есть. Но пока третьего, потому что вот есть железные балки. А нужны будут железобетонные. Если раньше я хотел, кстати, делать этот... поезда, чтобы заходили сюда, да, вот, на второй этаж, то решил все-таки сделать их, чтобы они заходили на первый этаж без вот этих уклонов. Хотя с уклонами нами тоже прикольно, но пускай будет на первом этаже. Поэтому все производство, которое сейчас на первом этаже, придется убрать. И перевести его на, соответственно, на второй этаж цеха. Как-то так. Ну, еще нужно доделать, естественно, потолок, ну, или пол. Остальные станки второго уровня, такие как ассемблеры, они будут стоять на третьем этаже. То есть на первом этаже будут стоять у меня, получается, точнее, на втором этаже будут стоять станки-конструкторы, да? На втором ассемблеры, на третьем уже будут стоять изготовители. Да, их там много не надо, но тем не менее они будут там стоять. Тоже так же линиями будет все подходить. Вот, и на четвертом этаже вот это вот бандурина, космический лифт будет стоять. То есть еще нужно, получается, мне три этажа сделать. Я этот-то еще не доделал, он долго делается. Так еще и этот придется делать, сами понимаете, чтобы космический лифт. И все будет подаваться в космический лифт, соответственно, вот выйти прям сразу, как и должно оно быть, вот так-то вот оно будет стоять, подаваться, да? Давай, ставься. Вот, то есть и все будет загружаться в космический лифт. Как-то так. Ну, это за делом на будущее, конечно же, все делается. Потому что все это сделать сразу нереально. Я буду пока делать третий этаж, там уже продукция набьется. Четвертый этаж тоже продукция забьется. Вот. Но зато, когда новые тиры будут появляться, новые открываться,
Все это будет делаться на новых, точнее, будет идти уже плавненько, и все просто переделывать, подводить и так далее. Ну вот, соответственно, тут нужно сколько будет таких станков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 станков нужно будет поставить, чтобы они производили нужную продукцию. То есть 11 линий. Это тоже на самом деле очень много, и поэтому целый этаж будет под эти станки отданы. Ну и потом, естественно, изготовитель. Блин, у меня пластмасски нету, чтобы поставить, посмотреть. А, у меня, по-моему, там есть. Вот, и потом, естественно, изготовитель поставлю. Изготовитель уже будет делать все остальное. Плюс еще нужно, знаете, что я так сейчас вот думал? А, ну, вниз я буду и через низ подавать еще продукции. То есть его внизу я хочу сделать на минус, получается, первом этаже, вот здесь вот. Я хочу сделать тупо склад большой. Сюда каким-то образом нужно будет подавать ресурс. Ну, в принципе, я знаю, как подавать. То есть, если вот тут будет доставляться вот через вот эти вот конвейеры сюда наверх будет доставляться продукция, то через низ можно будет ее отводить, чтобы она вниз уходила, продавалась. Как-то так. Так, поехал. В штаб. Решил сделать штаб на горе, чтобы все это обозревать с одной точки. И доделал, вынес этот самый космический корабль туда. Так, тут у меня тут склад. И такой склад, и такой склад. И любой склад. Ну, естественно, тут это вода. Ну, вода, я тут разобрал электростанцию свою. Чё так, что за звуки? Так ощущение, что этот самый... А, вот он. Ах ты, пидорас! Я же говорю, такое ощущение, что кто-то стрелял. Я нашел стрелка. Стоп. Мне меч не нужен. Дайте пистолет. Где он? Ах ты, писюн. Умри, падаль. Да не мансуй ты, стой нормально. Вот это слабенький. Это слабенький. И он и сдох. Офигеть, он это самый дерзкий тип, да? Я слышу, кто-то стрельнул. Ну, тебе понятно, кто стрельнул. Так, ну давайте поставлю ассемблер. Сколько нам нужно будет таких поставить? Сколько продуктов делается в нем? Получается, маячки не нужны, по-моему, ни на какое производство они не идут, поэтому на автомат их ставить не надо. Раз, два, три, четыре. Четыре таких будет стоять. Соответственно, четыре будут делаться. А вы можете спросить, если будут делаться новые... Точнее, появятся новые детали первого производства, да, там вот для конструкторов, то, как вы видите, тут ничего такого сложного нету. Расширить завод, то есть цех, например. Просто чуть дальше стеночку вон ту, получается, уберу. И чуть дальше просто буду расширять линии и делать нужные производства. Если нужно будет увеличить, например, количество печек, то есть у меня линия забьется, да, и мне будет не хватать, я опять-таки просто делаю еще одну линию сзади, да, вот, и опять-таки выкладываю просто на конвейер. Конвейеры в теории, конечно, должны пробивать скорость. Но если конвейеры не будут пробивать скорость, то просто ставлю еще один конвейер. Я думаю, три линии мне хватит. Ну, если не хватит, то есть задел на четвертую линию. То есть можно делать, видите, вот эти столбики, это вот две клетки. То есть можно будет еще поставить на следующую клетку еще линию. Поэтому я сделал, как вы видите, 4 клетки оставил, чтобы можно было ставить в ряд конвейерные стойки и уже по конвейеру пускать нужные производства. Проблема будет вот здесь, вот где у меня подъемы. Вот здесь могут быть очень такие жесткие проблемы, как это все передавать. Потому что, сам видите, лесенка стоит вот так вот. Возможно, в теории подъем придется выносить на улицу, ставить его вот с другой стороны, конвейерные ленты оставлять. Не знаю. Пока вот это вот так вот оно работает, скажем так, да. Вот. Это вот что я хотел делать. Так, я хотел еще проверить. Так, ну это ты не нужен? А вот ты нужен. Там у меня пластмасса сейчас просто в этот сам сливается. Вот в этот в чудо-измельчитель. Чудо-ультилизатор. Но еще питания нету. А, не подключена эта штука.
О, 9 уже еще. Отлично, давайте купончик. То есть пластмасса и резина сейчас тупо в купоны это переделывается и все. То есть как-то так. Ну, потому что мне как бы она не нужна. Зачем мне? Так, 14 купонов. Отлично. Можно что-нибудь, кстати, сделать интересное. Так, и вот это вот с этого черта выбил мясо. Кстати, я зачем поставил там? У меня тут есть ресурсы, которые мне в принципе-то не нужны. Можно поставить этот самый ящичек. Пускай пока стоит тут и буду приносить, если что, ресурсы, которые сейчас будут освобождаться и тупо их продавать. Где ящик, мать вашу? Вот он. Давайте. Да пофиг, сюда прям ставим. Сука, не так поставил. Да. Вот так вот. Все. Мне вот это вот, например, не нужна штука. Это не нужна, это не нужна. Но остальное все нужно. Остальное все пригодится. Ну все. Все, переработка в купоны. Ну и пускай она перерабатывается. Вот у меня нету железобетонных балок, чтобы делать четвертого уровня конвейера. Есть, но их мало. Нет, сука, не хватит. Все, купоны перерабатываются. Что можно купить на купончике еще? Я основное, я что я хотел, купил. То есть вот эти вот штуки, фундаменты. Двусторонний лэп можно купить 5. У меня 14 купонов, кстати. Можно вот эти купить фундамент. А, вот эти я хотел купить. 8, да, фундаменты. Транспорт я купил, организация купил. Ну да, только остаются фундаменты купить вот эти. Ну и потом. И давайте крепления все-таки двусторонние куплю. Что было нормально. Как раз на 14 купонов. Все. Все ништяк. Так, ну что, чем я сегодня займусь? Интересным. Так, купончик можно положить. У меня даже один купон остался. Прикольно. Так, железобетонные балки я выложу. Мне пока столько много не надо. Так, это тоже все оставлю. Как-то так. Сейчас я продолжу делать конвейерные ленты с продукцией. То есть мне нужно сейчас будет медь и уголь поднять наверх. Вот. И потом потихоньку я буду уже, когда у меня будет производство стоять основных вот этих вот продуктов, продукции, там, шестеренки и так далее, тогда я начну снимать уже завод, ну, чтобы производство шло, а я пока занимался, да. Я начну завод разбирать потихонечку. Так, для начала сейчас нужно подать медь. Медь нужно подать, то есть ее не там, как я подавал, а через этот самый. А, у меня нету этих. Я чего и пошел-то? У меня нету железобетонных, точнее, железных балок. Нужно их подать. Если я там вообще не сломал все. А, я мог на самом деле сломать. И уголь. А, уголь у меня сейчас снизу подается, то есть машинка возит. Блин, это печально. Уголь нужно оттуда тянуть линию. Так, где делаются? Делаются или они вообще? Не сломал ли я производство? Не, не сломал. Хорошо. Ну и давай мне еще. Они делаются. Это очень хорошо. Так, давайте сначала медь попробую сейчас подать первым делом. И потом уже потяну уголь. Производство угля. Уголь, возможно, даже, знаете, как придется тянуть. Вот так вот, если вот от этой штуки. Так, медь получается. Получается. А, ну вон оттуда, да. А, ну медь почти протянута на самом. Ой, 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 ой. Ну, вот это я лоханулся. Я сдохну, наверное, ко всем чертям, да? Да, я сдохну. Загружаюсь, ладно. Эх, умер. Так, это чё я, где я? А, я тут стою, да? А, купоны я не сделал, да? Или сделал? Не сделал, походу. У меня же эти стоят, да? Да, новые, вот они двойные. Настенный лэп. А вот это уже на 7, по-моему, да?
Так, ладно. А, где? Вот это? Вот эти вот. Нет, это. Штуки эти. Вот они. Все, забираю. Пошел. Надо не лохануться, не упасть. Надо хилок наделать еще. Я что-то как-то это. Вот забил. Вот это тут все я переведу. Лучше эти самые копалки. Че животина тут ходишь? Шел отсюда. Не рычи на меня. На машинке надо было, наверное, доехать. Ну ладно. Тут медь недалеко находится, на самом деле. Вот это вот сейчас я просто все ломаю. И вон уже конвейерные ленты у меня стоят. А, еще ты, петух, стоишь тут, да? Ах ты, падаль, мансовать он вздумал, да? Я так выцепляю его. Где ты, петух? Ха-ха-ха! Падаль. Там еще двое тусовались, вон я вижу. Ну, думаю, мне они не помешают. О, это четвертый уровень, кстати, конвейерная лента тут. Прикольно. Так, ну я опущу две. Так как там расчет на две был. Или на одну. Не надо ее, по-моему. Слышу, слышу. Не ходят. Так, буровая установка какого уровня? Не вижу второго. Втором все нормально. Давайте пока такую, ладно, поставлю. Где она? Давайте отсюда пока. А, ее можно вообще разобрать, по большому счету. Хватит не места, да, хватит. Так, буровая установка МК-2. Поворачиваем. Так, ну и можно, кстати, да, четвертого конвейера уровня выдавать сразу сюда. Раз такая пьянка. Это снимаем, естественно, уже все. Свое он отработал. Спасибо тебе, милый конвейер. Теперь тут немножко другие приоритеты, другие расклады. Так. Ну, тут вот так. Почему я подаю по двум конвейерным лентам? Потому что потом буду, возможно, усиливать, не знаю, там, и так далее, другими способами. А это будет идти стабильно подаваться, скажем так. Так, давайте четвертого. Хватит мне, не хватит. Но должно хватить, в принципе. Ну, все, тебе можно свободно подключать. Все, медь я поставил. Пойду снимать конвейерные ленты. Потому что они крутые. А, нет, тут третий уровень. А, та... все, уже не крутые. Ну ладно, если я сниму, мне нужны эти самые. Так, остальное пускай делается. Остальное должно делаться все. Опять слышу, слышу рычит. Где ты, падаль, рычишь? Слышали, он где-то рычал? Спецсад этот петуха. И все. А, вон он внизу тусуется. Петушара. Понаплодились тут везде. Бесите. Так, металл идет. Это идет. Следующее, что нужно, это взять цемента мне. Много цемента. Так, медь можно слить. А, так, я, наверное, возьму машинку все-таки. У меня стоит в самом дальнем конце. И уголь я буду поставлять по конвейеру, чтобы он 100% шел на завод. Там уголь чуть подальше стоит, есть, можно копать, да? Сейчас у меня уголь машинка возит и сгружает там где-то внизу. Но это непрактично, потому что машинка может тупо встать и забаховаться. Поэтому принято было партийное решение доставлять уголь по конвейеру. Ну, так надежно, на самом деле, будет. Поэтому, как бы, не проблема. И сейчас подведу конвейер с углем. Только нужно выгрузить вот эти ресурсы. Я в печку на переплавку сейчас выгружу. Ой, в печку. В этот самый. В измельчитель.
Вот это вот все роду нужна она. Так, скину еще, потому что нужен нам будет цемента побольше. Кстати, почему вы стоите тут? Все-таки это не очень красиво. Так, давайте-ка, вот эту штуку я скину тоже. Но остальное все нужно. Платы нужны. Кстати, платы нужны побольше. Че мне так мало? Давайте возьму целый пак. А эти выкину. Вот так. Все. Пошел за машинкой. Беру цемент. И еду делать. Прям от завода буду делать линию. И доставлять. А машинки-то сейчас вот цемента нету. И она работает на траве, кстати. Ну, пускай работает. На траве и цемент есть. Поехали. По заводу я, наверное, не объеду. Ну и ладно. Тун-тун-тун-тун. Потом сделаю поезда, чтобы тут заезжали. Чтобы все было мега красиво. Че животина? Ноги, ноженьки подкосятся. Опа! Оно упало. Так, тихо. Аккуратней, аккуратней. Так, вот тут вот проблема. Проблемы. Давай, не застрянь. А, думаю, что не едет-то, все. Трава кончилась. Трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Поехали. Так, тут машинка поедет? Поедет. Должна пролететь. Так. Вот. Тихо, тормози, тормози, тормози. Все, уголь находится вон где-то там. Поэтому ставим вот этот фундамент на пятерочку. Все, и погнали. Так, ну, в принципе, я могу машинку в машинке сразу взять. Пополнить, так скажем, запасы. Кажется, он неровно стоит, но на самом деле вот это наиболее удобное его расположение. Тут да, тут он не, немножко неровненько. Это вот завод, получается, вот так аж будет. Я что такое? Не так поставил. Уголь находится. Где сканер? Вот он, уголь, да? Поехали сканировать. Вот он там, 300 метров. Вот нужно до туда доделать конвейер. Нет, нам нужен первый. 301 метр, он туда же. Пэм-пэм-пэм. Интересно, до конца можно тут доделать до вот этого вот тумана? Там видишь, какое-то дерево. Сто пудов там на том дереве слизень есть какой-нибудь. На том у нас тряпке. Это вот, если что, можно будет завод вот так вот делать дальше, усиливать до бесконечности. То есть я максимальный этот самый заводец. Некоторые делают в небе, там еще так. Ну, как-то мне это кажется некрасиво. Так, вон, вижу отсюда копалку. Вот до туда нужно достроиться. До копалки. Можно, конечно, машиной прям возить вот так вот. Но я конвейерной ленты все-таки хочу. Сколько ее тут нужно будет, правда? Это жесть. Так, ну и все, по-моему. Теперь можно сворачивать. Вот она, копалочка. Прям сюда. Это вот получается у меня первый этаж моего мегазавода. Не тормози. Какие-то логи. Вот после последнего обновления начали какие-то фризы. Дисконнекты. Ой, не дисконнекты, а именно фризы. Вот периодически она подфриживает. Игра, до этого такого не было, кстати. Если и фризила, то крайне редко. Тебе как-то она часто стала. Либо это из-за того, что завод большой. Ну, завод еще не настолько большой.
тем не менее. Так, сейчас эти будут еще мозга выносить. И вон они еще те тусуются. Больные ублюдки. А куда это доставляется? А, это, кстати, на завод доставляется уже, походу. Вот, сейчас по конвейерной ленте я это все дело организую сюда прям. Этот меня не видит пока. Вот там слизни, кстати, я вижу. Сколько тут этих тварей бегает? Офигеть просто. А, она не на завод доставляет, она на этот самый. Туда доставляет. Ну, пофиг. Так, у меня что тут? Ресурсы есть. Давайте я сложу, чтобы это не было никаких неприятностей. Сейчас я разберу вот эту копалку. Как у вас забралась? Да. И поставлю новую. Кстати, новые эти же сделались. Так, давайте буровую установку, только направленную вот в эту сторону в нашу, чтобы туда вниз не спускаться даже. Так, ну и все, и тут я делаю вот эту штуку. А я могу четвертого уровня кинуть? Потому что угля нужно будет просто большое количество. А что, она уже подключена, да? Сейчас посмотрим. Интересно, кстати. Почему она не цепляется? Или я что-то не так делаю? А, слишком длинная? Офигеть. Ну ладно. Чёрт. Не так. Неудобно с высока, снизу бы было чутка поудобней. Да не сцепляйся ты за эту сторону. Вот, вот так вот. Вот, все нормас. Вот такие дела. Ла-ла. Так, давайте тут сбоку, наверное, сделаем. Сразу нам на вторую. Так, отсюда ты докуда дотянешься? Максимальная твоя длина. До сюда. Не очень-то далеко. Но выбора у нас нет. Все, чтобы с этими даже не соприкасаться, ублюдками. Так, до сюда, да? Оставься ты. Так, и она не включилась, да. Все-таки с электричеством там была подстава, или нет? Не вижу, идет? Нет, она не включена. А, и почему-то у меня электричества нету. Не, почему-то это выставилось хренотень. Тут, кстати, можно вот эти вот поставить. Опа. А, и тут я неправильно поставил тогда, получается. То есть надо вот так вот ставить. И столбики. Чтобы электричество подавалось именно с этого заводика, чтобы не было никаких неприятностей. Так, тут тоже надо все это сломать. Уже неправильно стоит. Так вот. Сделал музыку погромче, то как-то тихо стало. Так, продолжаем вот эту. А, собака! То есть до сюда? Докуда? Вот до сюда, ёпарсата. Издевается надо мной. Так, ладно, тогда это снимаем. Так, ну что, друзья, я сейчас нажму на паузу тогда. Доделаю, доподключу и продолжу.
Итак, довел уголь до сюда. Теперь нужно его как-то вот сюда завернуть. Не потому что нужен он вот именно отсюда. Чтоб шел. Вон по верхней пущу. Думаю, нормас будет. Так, только подождите. Где тут этот подъемчик тут был? Вот он. Оп. Вот так вот пойдет. Заверну сюда. Мне нужно именно вот так будет. Так, ну а эту можно к чему подключить-то? Не тормози. А, тут можно эту поставить, кстати. Давайте двустороннюю даже влепим. Хотя нет, двусторонняя тут не очень будет. Давайте просто пока хоть какую-нибудь. Пофиг. Столб потянет? Потянет все. По идее, уголь должен сейчас подаваться уже сюда. Так. Значит, тянем вот, потянем. Блин, уже птица тут. Я думал, этот уже монстр. Монстр-шмонстр. Так, мне нужно будет наверх. Наверх. То есть вот сюда. И вот отсюда вот на эту подать. А вот отсюда... Ой, не так. Отсюда вот на эту. Ну и... Отсюда... А, не дотягивается. Не дотягивается. Тогда вот тут вот, вот так. Ну вот как-то так. А этот столбик пригодится, потому что тут я буду ставить добычу Катерины и руды. Соответственно, вот как раз этот столбик сюда и зайдет. Вот поставлю эту добывалку. Как серу найду и этот взрывчатку сделаю. Все, значит, уголь пойдет сейчас вот сюда. А, медь. Ешкина медь уже идет. Да, медь идет. А, можно уже распределять медь. Она же идет вот по этой линии и по верхней, да? А, по нижней что? А, Катерина. Да. Все хорошо, я понял. Топаем на заводик. Поехали. Ехай на заводик. Машина пролезет тут или надо ломать будет? Пролезла. Так, железо идет. Медь. Давайте посмотрим, где медь. На каких этих самых идет. Вот она. Раз медь. И вот тут, по идее, два, да? Получается медь. Вот с этой вот штуки вылазит. Или нет? Или внизу. Да, и вот он еще. Раз и два. Вон два ящика. Значит, получается вот это до сюда. Ну, понятно. В общем, вот она медь. Нужно ее будет подать. И вот эту медь. Вот так. То есть вот они, два ящичка под медь готовы. Собственно, их и сейчас оприходуем. Туда сейчас и добавлю. Так, нужна конвейерный делитель. Так, где ящик? Где вход ящика? Вот он ящик. Вот. Сначала вот эту, верхнюю, наверное. Или нижнюю. Мне кажется, не принципиально какая будет. Так, ну и, собственно, прям сразу в ящик подаем. Тут аналогично. Блин, то только мне кажется, он как-то криво
А, не пошел. Пошло, пошло. Так, значит, две этих занял. Три, да, под железо. Кстати, а ты под железо не многовато ли будет? Ну ладно. А и две подмить надо. Так, да, еще уголь сейчас пойдет. Так, ну значит, вон те верхние подмить поедут. Вот это вот подмить. И вот это вот верхнее. Дотянется она вот так, если. Да, пока дотягивается. А это уже все. Финита ля комедия. Все, медь пошла. Ништяк, ништяк. Так, уголь там и подходит, не подходит. Уголь должен по верхней идти как-то, или по какой? У меня тут вообще есть? Или вот это? А, нет, подождите, а как же уголь должен идти? Куда он поступает? Не, он не по верхней, это факт. Так, уголь. Давайте смотреть. А, во. Уголь на центральную идет. Все, я понял. И, кстати, уже есть он. Так, надо еще поставить сразу тогда и уголь. Да? Да. Ага, тут не стоит даже. Окей. Сейчас спущусь. Так, ну и тут. А, и тут надо. Центральная верхняя, да, получается самая? Что не так? А. Косячная фигня. Все. Блин, тут стоят как-то. Ощущение, что они неровно стоят. А, я знаю как. Я что делал специально. Во. Смотровую, так сказать. Чтобы можно было удобно подключать все. Но все равно неудобно. Надо еще выше поставить. Погнали. Так, и такс, и такс. Ага. Так, ну это правильно стоит. Эх, надо ранец сделать летающий. Так, вот это вот сюда идет. А, она через две. Я понял. Да, получается, он там наклон большой, да? Блин, косяк, косяк, пацаны. То есть вот этот, вот эта медь должна идти была не вот так вот, а вот на эту становиться. Переделать. Срочно переделать. В принципе, остальное это пофиг. Немножко косячно, я потом переделаю. Так, ладно, уголь. Так, я мешаюсь, да? Другой объект мешает по стойке. Ой, я? Или кто? Кто мешает по стойке? Я не вижу, куда делать. Мне реально какой-то другой объект мешает по стойке. Что? Что-то может мешать. Непонятно. Что мешает? Да ничего не мешает там. А, вот эта штука мешает, походу. Ух ты. Мразь, ну-ка подождите, а так. Так, это у нас что, железо, да? Давайте я сниму. Все равно мешает. Кто мешает постройке-то? Неужели я? Я же и разобрал даже. Да, тут таких проблем я не ожидал, кстати. А, вот это еще может мешать, кстати.
Верхняя, да. Кстати, это тоже неправильно стоит. Так, давайте я сберу вот эту. Потом буду делать. О, да, оно и мешало. Собственно. Так, это прямая или тоже наискось идет? Просто не очень она прямая. Вот теперь прямая. Все, вот теперь это нормально идет, кстати. Вот это давайте сразу переделаю, потому что иначе начнутся проблемы всякие. Не хотелось бы. Эти не тормози. Не хотелось бы с проблемами сталкиваться. На ровном месте, кстати. Так, ну и я думаю, металл. Да, и пускай пока так. Все. Так, с металлом понятно, что сюда не идет теперь два металла. Я отключил. Так, нужно еще уголь поставить. Ящичек под уголь. Только извернуть его. Все, ящик под уголь. А, не так. А, прикол в том, что ящики лучше ставить отдельно. Вот тут. Потому что, возможно, конвейерные ленты как-нибудь вот так еще могут петляться, а потом через них проходить. Ну, чтобы как бы было сразу понятно, что был бы, так сказать, место для маневра. Так. Значит, что нужно? Блин, из-за этого лаха чуть не это... Не убился. Медь. Вот это вот медь вторая, да? Правильно тебе все стоит, да. Так, это вот это вот надо, получается, подключить. Разделитель. Все. А, я забыл. Не так делаю. Ай, бля. Ладно. Так. Сделать сначала. Теперь прицепить. С этой стороны, наверное, стану. Тебе прицепить разделитель. Чтобы поровнее стоял. Максимальная ровность. А тебе заново приходится... А, и он все равно не доехал. Ладно. Дубль 2. Во. Все. Пошел мячик набиваться. Так, отлично. Отлично. Так, лесенка. Тут уголь у нас получается. Во, на той уголь, да? Так, как тебя запихнуть-то? Попробуем. Конвейерный разделитель. Нормально же будет. Сюда залезешь. Нет, ты слишком крутой, чтоб сюда лезть. Вот так вот может, кстати. Так, тут он не пролезет, потому что, соответственно, мешает конвейерная лента. А, знаете, как можно сделать? Поставить ящик. Где ящики были. Так, а, тут вход. Ну, а если вот так вот вход сделать? Все равно мне наверх, кстати, надо. По большому-то счету. Да, пускай наверх и бомбит. Так, ну и все. Тут правда все занято. Это проблема. Это очень большая проблема. Эть, залазим. Так, и металл нужно, кстати, будет потом сделать. Так, это лишнее, по-моему. Вот так вот.
Так, вот тут теперь так же. Так, сразу натыкаю конвейерных лент. Ну и все. Теперь давайте соединитель поставлю один. На, лезь. Лезь в дудку. Ладно, не хочешь, как хочешь. Блин, а, не все правильно. Ну и все. А этот ящик просто будет стоять для понтов. Не нужен он. Хотя можно было бы, конечно, перевернуть и там поизгаляться. Но зачем это надо? Так, уголь. Уголь пошел. А, металл надо, металл. Вернуть-то. То я тут немножко поломал. Скажем так, конвейерный разделитель. Такс. Возвращаем. Как было. Все, так, и вот этот металл тоже. Шел, он не дошел, да? А где он шел? А, он шел по центральной там какой-то этой. Непонятно, надо на ящик забраться, посмотреть. Так, вот этот вот, откуда брал металл? Он с той средней. А, ну, изи, сейчас сделаю так же через низ. Она не подключена, это точно, да? Да. А, ну тогда то же самое сделаю, чтобы не мешалось. Нужно конвейерный разделитель. Так, а на какой он стоял-то? На второй? О, на второй. Напутаться можно. Непрактичная какая-то эта штука получается, ну, не очень понятно. Но тем не менее, что-то идет. Так, все, забилось. Ну, оно забилось, потому что там пока не расходуется, не используется никак. Так, ну вот, теперь все работает нормально. Все подключил. Ну, теперь что остается? Подать. А, еще камень. Камень нужно сюда тоже на этого подать. Ну, это сейчас я сделаю. Ну, и по всему можно закругляться и подавать уже наверх. Так. Надо подключить. По-любому камень еще. Именно не цемент, а сам камень. Так, а вопрос. Блин, опять ты? А, как ты вы за меня запарили? Но, а, блин. Извиняй, получи. Самый умный, да? Тараница. Хорош. Так, отлично. Нужно. Где мне тут? Как бы этот камень уничтожить? Наверное, никак. Так. Значит, за что? Это пока я удалю. Тут нужно поставить еще конвейерную стойку. Вот сюда мы поставлю. Становись. Пока пускай делается и разделить. Потому что пока я там доведу. Так, это металл мне 3 штуки идет. 3 вполне хватит, наверное. Давайте сейчас бомбану. Правильно? Это вот уже будет идти, собственно, этот самый. Как он называется? Даже, наверное, вот так будет получше. Будет идти. Ну, вы поняли. Камень этот. Камень окаянный. Пока, конечно, некрасиво. Ой, и не туда подал.
Ну вот. Камень, по идее, идет. По этой. Ну, сейчас посмотрим, куда он выйдет. Так, ну, по идее, он идет. Если он по этой идет, сюда вниз куда-то уходит. Опа, опа, на нижнюю эту идет. Вот сюда, по идее, да? Да. Вот этот камушек идет. Ну и вот он приходит. И тут упирается. О! Понятно. Так, ну это получается нижняя вторая, да? Тут вообще легко. Вообще никаких проблем. Так, ну нужно ящик. А, ящик вот он есть. Проблема в том, что... Этот будет, возможно, мешаться. Ну ладно, посмотрим. Пока разделитель поставлю. И сюда залью. А, это тут. А, ну в принципе, да, пускай так-то. Не пойдет. Пускай отдельно будет. Тогда нужно еще ящик ставить. Собственно, так, ящик. Потому что каждый ресурс должен быть в отдельном ящике. Так и сделаем. Так, труп, наверное, все-таки я много взял. Все, тебе можно ящик сейчас сделать. Ну и на сегодня все. Наверх уже я сделал за кадром. Буду подавать. Тут тоже ничего сложного. Сейчас просто доделаю вдоль стены конвейерные ленты. И наверх просто подам, все. Самое такое вот было вот тут. Подать оттуда. На мой взгляд, интересное. Так, становись. Контейнер. Так, вот он. Камень. Главное мне не просрать камень. Он по второй идет. Значит, по второй. Вот по этой, да? Все. Все, камень пошел. Тут что делаем? А, тут надо еще сделать, получается. Ага. Даже вот эту не так делаем, а делаем вот такую стеночку с окошками. Где она? Вот она. Вот. И тут опять такие эти стойчики. Через одну делаю. Ну, можно, кстати, и тут делать. И тогда можно увеличить. Ну, не делаю так, потому что пока есть куда расти, собственно, да, я тебе делаю через одно. Потом, когда уже жопа пригорит, так скажем, буду делать уже сплошняком. Пока через одну. Ну, конечно, оно работает через одну. Работает. Хватает. Если уже не будет хватать, то, да, потом уже тогда другие ресурсы, например, появятся. Будет делать уже больше. Ну, пока есть такая возможность, сделаю так. Так, конвейер соединитель. Где ты? Не дотянется, да, я так понимаю? Или дотянется? Не дотянешься? Не дотянешься. Тогда, собственно... Все. Итого. Три ресурса я подал. Железную руду. Даже четыре ресурса. Медную руду, уголь и камень. Все, теперь останется это все дело поднять наверх, чтобы заработал завод. Ну, это я, естественно, буду делать уже за кадром, как я сказал. Вот. В следующее видео буду записывать уже, как оно все работает. Буду улучшать и увеличивать, ускорять завод и снимать все вот это добро.
Вот так вот. Вот, а это все, друзья. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, ну и заходить на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.